Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Бруно Лукези, итало-американский скульптор, известный своими фигуративными работами. Я пользуюсь переводной Википедией. Лукези родился Фибиано Антонино Лукки, Италия, в 1926 году. Учился в художественном институте Лукки, затем переехал во Флоренцию, Италия, где в 1953 году стал доцентом Флорентийского университета. В 1958 году он уже переехал в Нью-Йорк и с тех пор преподает там в Национальной академии дизайна и новой школе социальных исследований. Продолжает проводить семинары в Соединенных Штатах и Европе. Начиная с 1961 года у Лукези было множество выставок, галереи, форум в Нью-Йорке. Его работа находится в постоянных коллекциях музея искусств Метрополитен, Бруклинского музея, музея Уитни, музея Хиршхорна, музея города Нью-Йорка и многих других. Получил стипендию Гиггенхайма, а также золотые медали от Национального общества скульптуры и Национальной академии. Он также получил почетные степени в колледже Сидар-Крест и колледже изящных искусств Академии Лайма. Лукези опубликовал 4 книги о скульптуре. Итало-американский скульптор, известный своими созерцательными женскими фигурами и жанровыми группами. Вот так вкратце из Википедии о итало-американском скульпторе Бруно Лукези. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.